Первая песня называется «Я живу на горе». Как так случилось, что я действительно живу все время на горе? В Нижнем Новгороде я жила на горе, у нас называется район Верхние Печоры. Самый высокий, Дятлова там гор у нас. Вот. В Тверской области я жила на горе. Собственно, в Тверской области я ее сочинила. Вершина мохнатой сосны меня совсем не пугает. Я вижу мир с высоты, но знание это не помогает не делать ошибки. Сил, чтоб унять томление духа, что бьется как птица, как просто понять, но как сложно переродиться. И нет оправдания тем, кто знает, как выжить, но тонет в пучине. И львиная доля проблем рождается в жизнь по нашей причине и нашей ошибке. Сжигает время и тратит силы, и падая вниз с высоты, мы забываем, что было б красиво без наших ошибок. Следующая песня называется